Приветствую всех на своем канале, с вами Маркелов Борис, и сегодня мы рассмотрим, как сделать классное кино у себя дома. Что для этого нужно будет? Для этого нужно будет смартфон, зеленый фон и пару лампочек, чтобы осветить ваш зеленый фон. Хотите классное кино у себя на канале YouTube? Либо хотите классное кино у себя в социальных сетях? Тогда следите далее. Я расскажу пошагово, что нужно и как это сделать. Достаточно будет программы Camtasia. Но если вы владеете еще какой-то программой, например, Adobe Photoshop, то вопросов нет, можно на ней. Главное подготовить правильно видео. Итак, поехали! Нам понадобится вот такая вот ткань. Первый свой хромакей я купил в магазине. Пошел, просто материал заказал. И нам шили вот такой экран, который размером 2 на 2. Ну, если кто-то не понимает, 200 на 200 сантиметров. А этот хромакей мы заказывали на Алиэкспрессе. Ну, в принципе, особой разницы я не ощутил. Я снимаю и на этом экране, и на этом. И нам понадобится смартфон. Вот такой вот обычный смартфон. Кстати, ссылочку вы найдете под этим видео на официальный магазин. Еще, чтобы снять нормальное кино, нам вот нужен будет вот такой софтбокс. Достаточно одного, но если их будет два в комплекте, это очень хорошо. Также ссылочку я дам на магазин под этим видео. Для чего софтбокс? Потому что для съемок на хромакей требуется очень хорошее освещение. Также мы будем использовать футажи. Футажи можно найти в YouTube, скачать. Проблем в этом совсем никаких нет. И весь процесс обработки видео, конечно, я покажу вам на экране. А теперь, дорогие друзья, у меня к вам вопрос. Хотите продолжение этого видео? Ставьте лайки. Если это видео соберет 100 лайков и 15 комментариев, я выложу на свой канал продолжение данного видео. Всем привет!